мэрия Новотроицка планирует купить 28 квартир для детей-сирот. Это один из вопросов, которые обсудили чиновники на заседании жилищного совета с профильными службами администрации. Итак, в 2022 году на вторичном рынке для этих целей мэрия планирует приобрести 28 квартир площадью не менее 33 квадратных метров. Приобретение квартир осуществляется по стоимости, определенной путем анализа рынка недвижимости города. Так, цена жилого помещения общей площадью 33 квадратных метра с процентом износа жилого дома не более 30%, находящегося в благоустроенном состоянии на 1 октября 2020 года, составляла чуть более 713 тысяч рублей.